Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить игру The Sleeping Dogs. Мы находимся около больницы. Здесь мы выполнили в предыдущей серии миссию, то есть за полицию выясняли, там маленько побыли детективом. Выяснили интересные подробности об одном докторе. То, что он продавал органы группировки 18К. И теперь его ничего хорошего не ждет. А нам же нужно двигаться сейчас на миссию Триад. Хотя можно продолжить по серийному убийце. Давайте позвоним Тен. Tang, it's Wei. Stay on that wire, Tang. I expect Sang to be doing an emergency kidney transplant at any minute. He already got the call. But Wei, they picked up the donor too. It's Calvin. Your friend, Calvin. Shit. I have to warn him. They're saying he's in Central. They're already after him. But Wei. You can't let him see you. The only way you'd know he's in trouble is if you're a cop. Замечательно. Час от часу не легче. Так, нам нужно своровать машину, потому что паркинг ближайший довольно далеко. Сюда не девушка. Нужно спасать Кельвина. Это не очень хорошо все. Притом он нас видеть еще не должен. Это вообще офигеть, как мы это провернем-то. Так, ну ладно, подъезжай. На месте разберемся. Вам хоть машину быстро взяли, а тут еще по времени все. Хорошо, приехали. Нормально. Надо Кельвина спасать. Кельвин, если кто не помнит, это приятель, который нам про Тиффани рассказал. То есть, что она изменяет. И вообще, мы ему много раз помогали. Такой раздолбай, но наш раздолбай. Поэтому надо спасать. Такую участь он точно заслуживает. Стоять, бояться. Пускайте Кельвина из багажника. А как мне это сделать? Я и не собирался. А, ну то есть он не вылезает? Мне показалось, что сейчас он будет пытаться выбраться. Не знаю. Короче, все нормально вроде. Все, спасли, считай. Это что у нас тут есть? Свидетель. Okay, I got him. Pull in Dr. Sang. You sure? Tragic story of modern medicine, Inspector. Not every patient makes it. Way. I'm leaving this guy in the parking structure off Quark Street in Central. Make sure you send someone to let Calvin out of that trunk. Да вы заколебали уже сейфами. He's done more than 20 transplants for 18K in the past 2 years alone. The guy gives urban myths a bad name. He'll get 10 to 20 in maximum security. When you consider that all his victims were triads, I wonder how long he'll actually serve. 18K won't be happy. But I'll personally sleep a lot better knowing he's not out there. Doesn't bring back your friend. But I think it's fair to call it justice. Ну да. Так, а новое очко полиции мы получаем, судя по всему. Халат врача нам дали. Всю жизнь мечтал. Так, игрок входит в режим замедленного прицеливания, выпрыгнув из машины с оружием в руках. Офигеть. Других очков не осталось? Нет. Так, ладно. Теперь поехали уже на миссию Триады.
Там, то есть, нужно пилить. Ох, моя фирменная внимательность, я не вижу, куда нам нужно пилить. Я думаю, где-то здесь поблизости должен быть раз. Так, кстати говоря, давайте посмотрим магазин одежды. Нам бы, конечно, набрать уровень авторитета еще. Блин, а где ж, мать твою, за ногу? Так, North Point. Нет ничего. Есть только вот эта вот тема. Высокая скорость. Центральный. В центральном куча наркокраха. Больше ничего. Здесь у нас коллекция. Тоже не то. Блин, а где? Я уж не знаю. Так, пойдем на паркинг. Посмотрим новую машину. Но я что-то не вижу просто, где именно по карте. Ну, то есть я понимаю, что по идее это должна быть больница, которая здесь поблизости. Так. Но там почему-то этого нету. Самый центр города. Здесь, наверное, такие цены будут ломить и такой уровень авторитета, что вообще нам мало светит тут что-то купить. Но посмотреть определенно стоит. Так, подожди, я не понял. Вот же он. Опять меня вейпоинты обманывают. Так, на тело. Элит. Допустим, вот такой вот деловой костюм. И в трусах, да? Нет уж, спасибо. Only the finest business attire. Слаксы. Элит. Нет, лучше брюки. Will you be paying cash? Обувь. Perfect for any transaction. A man such as you deserves the best. Хотя бы такие, другие не могу купить. Часы у меня и так неплохие. Хотя давайте купим. С бриллиантовой окантовкой и полосой из белого золота. Офигеть. Это круто. Браслет уж, пожалуй, нет. Все нормально. Это получше костюм, чем тот, что был, да? Попредставительней. Так, теперь давайте уже найдем, где же здесь. А, вот она спряталась просто. Машинку бы еще новую купить. Но, в принципе, я думаю, я самую лучше купил для моего нынешнего уровня. Ой, тихо. Проехал. Да козел, ну что ж ты делаешь? Шо? О, тут мы долго ползти будем. Да не наркокрах. Jesus, Ricky, what's happening? It's the 18K. They're all over the damn place. They're trying to kill Uncle Bo. Shit. Как всегда, все просто прекрасно. Так, ну я думаю, успеем. Машина у нас быстрая. Надо быстрее туда. Дядюшку По опять пытаются убить. И не совсем понятно, кто пытается, потому что...
постоянно эти 18К, которые наши, по идее. Или подожди, 18К это... Это же, по-моему, весельчак этот из нашей семьи. Нет? Или это другая семья? Я маленько запутался, но, по-моему, опять же наши пытаются убить. Это как раз-таки не очень хорошо. Если что, поправьте меня в комментариях. Блин, мне с той стороны поехать. Ну ладно. Хана подвески. Where the fuck is Uncle Paul? I don't know. Where the fuck is Uncle Paul? He's over there. Да? Да бей ты его просто уже. Нормально. Довольно криво, но нормально. Так, этот пистолет, по-моему, получше, насколько я помню. Хотя нет, такой же. Что тут происходит? Это же офигеть просто. Девочка там, по-моему, просто чуть не родила от страха. Ты бы ушла, тебя сейчас точно задену. Там, смотри, убитые, да? Да тут офигеть, сколько убитых. Чё-то это все очень плохо как-то. Игра вообще жесткая, офигеть. Ох, там кровь чья-то льется. Я же говорил в одной из предыдущих серий, что тут в стенах прям вон все в этих пакетиках с кровью. Настоящий банк крови. Я попадаешь, она прям хлещет. Ох, паркси. Че говоришь? Дробовики в игре интересные есть, нет? Ну-ка. Ох, какая жесть. Опять наш герой весь с головы до ног. Я думаю, дядюшка Пол обречен. Сейчас кто-то займет его место из тех, кому он доверил. Прячься, прячься. Это было довольно криво. Капец, что творится? Это же вообще кошмар какой-то. Давай сюда. А дядюшка По есть подозрение. Того. Easy. 18K shut off the power. Uncle Poe is on life support. If we don't get backup power running right away, he won't make it.
Okay, look, there's a control station down the hall. I'm on it. These guys are beginning to annoy me. Can we lock this place up? I'll take care of it. I got you covered. Идут. Да что ж такое? Блин, а что, поспешать же надо? Ты меня так не пугай. Давай быстрее. Так, как же тебя взломать? Опять через циферки. Ну да. Так, девятка и восьмерка не на своих позициях. Давайте попробуем вот так. Вот тут 5, тут 4. Восьмерка, пятерка. Так, короче, тут пятерка. А тут у нас не тройка, не двойка. Блин, как не вовремя, а вот это вот все. Семерка, шестерка не на своих местах. Так, 7, 6, 5, 4. Да блин. 6, 7. Да где ж ты, шестерка, где ж твое место? Вот тут? Да, блин, ну только что шестерка же там стоял. Я не понимаю просто. All right, I'm coming back. Wait, give me a hand. Там еще на руку. Ай, блин, не то я хотел. Ну да, я тут кнопку нажал, надо было прижиматься. Надеюсь, мне взламывать по новому не придется. Поторопился я что-то. Вообще сейчас время идет, уже можно аккуратненько, спокойненько все делать. Еще в стену прошибало. С такого-то калибра такие стены в легкую бы. Дробовик, по-моему, да? They're coming in behind us. Так, идут оттуда. О, со всех сторон идут. Где кто где? Шоу. Давай, ты последний остался. Только спрашивал про дробовики, сразу поперли товарищи. Блин, ну вы... Хорош. Добей его, добей. Ладно. I think we're clear. That was close. Nice work. Nah, man. We just got lucky. Where was our backup? Man, who was looking out for us? Fuck. No one ever looks out for you in this town. I don't know, man. Feels like the game has changed. Used to be a brotherhood. There was a code. Even amongst rival triads. Now we're killing each other at weddings, even in a fucking hospital. And for what? Shit.
Let's get out of here. Да, творится что-то совсем беспредел какой-то. Кено, Кено! Муё! Теперь еще от этих убегать. Так, ладно, валим. Машина, конечно. Блин. Хорошо, понял. Блин, машина какая-то слишком резко поворачивает вообще. Полицейские, конечно, своих редванах догоняют. Ой, сколько у вас тут, ребятушки. Так, давай на трассу. А, блин. Под конец влупились все-таки. I'm glad you showed up, Wei. I appreciate you calling me. So what's next? It's up to Uncle Po. But I'm guessing war. Yeah, but against who? Those guys were 18K. And I'm starting to wonder. A lot of people stand to benefit if Uncle Po never leaves the hospital. He might walk out of there alive. I hope so. You know, but Dog Eyes is gone, and this shit keeps happening. It might be that someone is pulling strings. Trying for a move that lands him in control of the triad. Это уже очевидно. The 18K are getting out of hand. We have to send them a message. Damn straight. Look, I'll drop you here. Cops might be watching the place. Hey, Ricky, keep it tight. There aren't that many decent guys left in this gang. All right, see you, bye. Так, ну, было довольно опасно, но миссия была крутая, согласитесь. Так, что дальше у нас? Ложитесь спать. Ближайший дом у нас здесь, в центре. По дороге есть какой-нибудь магазин автомобилей? Тут ворованные, насколько я помню. Давайте заглянем. Хочется чего-то нового. Но сейчас пока навряд ли нам дадут с таким уровнем. Короче, непонятно, от чего лица действуют эти 18К. Что есть? Class, low price price. Можно вот такую купить. Денег хватает. Впритык хватает. Range Rover можно купить, спорт. Ну, это McLaren практически. Мне кажется, вот такую надо взять. То есть вот такую можно, она крутая, но блин, охота джипик уже для разнообразия. Видите, прикалюха какая. Так, и все, поехали спать уже. Я думаю, он и тянуть будет неплохо по скорости. Так, сюда. Офигенно. Уважаю джипы. Это паркетник, конечно. Нормально. Не очень похож он, конечно, на Range Rover. Такая китайская подделка. Но крутой. Вполне себе. Со следующей зарплаты. Так, отсюда не входим. Подожди, а как нам тут вообще? Вход, по-моему, есть, нет?
Так, машина проедет сейчас? А, не проедет, ну ладно. И к себе домой. Где тут наш дом? А, наш тут, на втором этаже. Первым делом нужно умыться, вторым делом нужно идти спать. Денек был напряженный. Но тем не менее, наш герой поднимается все выше и выше по этой лестнице. По местной карьерной. И скоро, я думаю, он уже перестанет вообще понимать, на какой он стороне. Аманда что-то не звонит. Печально? Смотри, а тут получается... А, нет. Так, ну и что ты спать не ложишься? Все, нормально. Только с этой стороны можешь спать. Понятно. I can't believe I ever fell for you. I can't believe I let you do all those things. I will never forgive you. Never. Just don't even try. Just don't even bother. Okay? Okay, call me. Ну ладно. Не, пинг прикольная. Работа со знаменитостью. Вот так. Ты чё, я не могу позвонить не пингу-то? Ну ладно, раз такое дело, пошли. Даже, говорит, даже не заморачивайся, даже не пытайся. Ладно, позвони мне. Так, пойдемте на парковку, возьмем новую машину. Я хочу другого цвета себе. Range Rover. Enterprise, это, я понимаю, вот такая вот машина, да? Что-то не больно-то и охота. Черный есть. О, офигенно. Еще диски другие. Это отстой какой-то. Вот в таком. Так, хорошо. Важный гость. Кельвин опять с какими-то проблемами. Ну давайте мы им займемся уже как-нибудь потом. Выделим серию по сайд-квесты. Сейчас пока охота дальше продвинуться по сюжету. Машина тащит офигенно. Ну не очень быстро, но именно как-то неплохо так и... Ой, тихо-тихо. Как обычно, я на карту засмотрелся. Well, well, well. Look who decided to join us. Yeah, it's good to see you. Come on in. You sure you don't want to fuck a little before you start? It's no problem at all. I'll just have a swing by your hotel on the way to the studio. Nah, man, I'm good. But we could do a photo shoot or whatever, and look, I'm sure it'd be fun and all, but that's not why I'm here, dude. Ah, you don't know what you're missing. This baby will fuck you in a way your wife never could. Sonny, this is Wei. Wei, the infamous Sonny Wo. That's me. Infamous and notorious. Glad you could come by. Ricky's told me all about you. This... It's King. What's good? He's producing Vivian Liu's next big hit. Yeah, it's gonna be hot, man. Wei here's the real deal. A bona fide tried killer from the streets. Cleavers, guns, castrations, whatever you want. Okay. Wei, why don't you take King out on the town and show him around? Yeah, anytime. It's like one big playground, man. Nothing's off limits. You wanna pick up some girls? Get nasty? Done.
And with Wei, no one will bother you. Nobody fucks with Sun On Yi. Yeah, well, I mean, actually, that sounds all right. If you don't mind showing me around. Yeah, sure. I wish I could go with you players, but business calls. All right, cool, man. Yo, it was real nice to meet you, Sonny. Let's do it. Ricky, listen to this. I've been thinking. We need to get her a movie role of some sort. Понятно, давайте посмотрим, что за кинг. I think we'll start at the K-bar. The VIP room should give us what we need. Hey, it's your town, man. Rolls-Royce. Неплохо. Ну, то есть, это, конечно, не настоящий Rolls-Royce. So you producing for Sonny? Yeah, just this one time. Man, that guy's a piece of work. He's a fucking clown, you ask me. I'm glad you said it first. Buddy does good business, makes everyone a lot of money. But as far as his personality goes... Good to know we're on the same page. Fact is, you know, I got some other business to discuss. But I don't think my partners back in the States will want to be in bed with that guy. What kind of business? I got friends. Guys I grew up with. They got a real good import and retail thing going. Yeah, but they could use a good Hong Kong angle. Access to that good Asian product, you feel me? And see, the reason I took the producing gig was I heard Vivian and her label had connections. Well, they are. To me. Well then, I guess this is gonna be like one of them old school business meetings. You know, where you show me around town and you try to figure out if we're a good fit. Понятно. Непростой, короче, рэпер этот. Ну, вроде парень неплохой, да? Я особо не гоняю на эту машину, боюсь ее побить. Как будто это имеет какое-то значение. Но все же. О-о-о. Like the VIP karaoke room? It's right this way. Че, опять караоке, что ли? Да вы издеваетесь. Yo, hold up. Now don't tell me you and me are gonna sing to each other. I mean, I'm here for the local flavor, but not that local. Let me find us the right kind of audience. Ух ты. Свали я. Так, найти девушек. Ну, пойдем. Hey there, what's your name? Katushka. Katushka. Listen, I saw you looking at my friend, and I figured you realize he's a famous American celebrity. And I just wanted to ask if you mind keeping it a secret. Ooh, how can I say no? If you're not doing anything, maybe I can buy you silence with a drink. Want to join us? That's very nice of you. So you're from Russia? Yes. How'd you guess? Ah, call it a hunch. Oh, you. Катюшка. Дебилы. Ну давайте, развлекайтесь. Here, have a seat. I'm gonna find a few more people to join us. Что-то мне это напоминает Балатов Гейтони. Hello, ladies. Hey, Mr. VIP. Want to buy us girls a drink? I don't know. My friend and I are gonna enjoy your company. Try us on and see what you get. All right. Why don't you join my friend and me? I'll be in a second. Хорошо. Так. Ой, там народ сейчас, походу, не понравится им то, что я у них девушку забираю, да? You okay, miss? Hey, fuck that! My girls! Why don't you fuck off? I'm Sun On Yi, motherfucker. Now get out of here before I break every bone in your body. Oh, man, no! Sorry, I didn't know who you were. Guy seemed like he was getting a little pushy.
We get paid a lot. You work here? Yes. So, you allowed to join the customers for a drink? Oh, that sounds nice. By the way, I'm Wei. I don't think I've seen you here before. I'm Ильяна. Yeah. I usually don't come to places like this. I'm here for my friend. Well, if you ever want to hang out at places not like this, let me know. I'd like that. Can I call you? Sounds good. Ильяна. Thanks. Thanks, comrade. In Soviet Russia, we appreciate this. Идиотизм, блин, да? Без клюквы вообще никак не... Даже в такой игре, да? Так, ну ладно. На здоровье. Damn, Wei. Who knew Hong Kong was full of such beautiful women? Friendly too. How do you not know Hong Kong have beautiful girls? You just had to come to the right place. Well, I expect you girls to make sure King never makes that mistake again. You can count on us, baby. We love American men. Don't we, Tina? All right, Wei. Why don't you show us what you got? Come on, Wei. Let's see those lungs. Well, I'll show you mine if you show me yours. Опять пить придется. Ну что ж, приступим. Айрен. Вот эти вот средние очень тяжело держать. Ну давайте, начнем. Come on. Погнали. В принципе, сегодня получается как-то. Oh yeah, bring it, baby. Oops. Девчонки тащатся. Блин, с трудом. Плохо. Соло на гитаре. Ой, придурок. Умеет подурачиться. Нормально, более-менее так. Что-то вообще жесть пошла. Ладно, вроде отлично. Нормально. Так. Хорош. Песня прикольная, красивая. Да, блин. Ну, на окей спел. Ладно, нормально. Отлично. That was so good. А вы кто такие? I'll give you that. Oh, yeah! Hey, Wei! Hey, come get a picture of this, will you? Wei here has been promising me a taste of Hong Kong. I'll give you a taste. Come on, let's bounce. Did you know what? You get good tourists, Wei. Where's my town? Least I can do. No, Wei. Don't think I'll forget that, man. Come on, my people will like you, huh? You got the right fare. Too many motherfuckers think all you gotta do is jump bad and wear the right colors. Business is a business. You feel me? You gotta be in it with the right people.
Yeah, I could see you fitting right in the States even. Yeah, if you ever want to change the scene. I'll keep that in mind. There you are. I've been waiting for you, a stable guy. Stand back. You crazy? This is icing on the fucking cake. Да ты на кого лезешь вообще? Это мне понравилось, что мы их тёлок отбили, да? Иди сюда, сейчас мы с тобой заряжаться будем. Тебя потом на догонку можно? Ну да, факт. Так, ладно, поехали. Судя как-то я выехал. Просто прекрасно. Хотел трупа объехать. Объехал, называется. Alright. They'll want to start slow, but I'm guessing they can move as much product as you can ship. Oh, this could be huge, man. These boys got some big ideas, too. I'm talking all the legit shit their money goes into gotta go somewhere. You feel me? And the feds back home are really cracking down. Brothers might be looking for a little offshore stash. Yeah. And the man who set that up and kept it safe, yeah, he'd have a whole river of green to deal with. You feel me? Well, I could swing that for you. I still got contact stateside who could set up the other side of things. Hell yeah. Так. Раз вы договорили, блин, я не могу уйти. Ну ладно, уйти не могу, оказывается. Nah, man. Come on, that's what's good about it. Everybody's a fucking moron. You come in with muscle and money, and you too can call the shots. Ну ладно. You got a point. Так. Хотел взять, конечно, эту чуку. У меня, по-моему, как раз одна осталась. Ну да ладно. Неплохо так отдохнули, надо отметить. Очень даже. Но само по себе вот эта первая миссия, которая именно на GTA похожа. Как только появились негры, появились наркоторговцы, как-то сразу именно GTA запахло. А Sleeping Dogs, она именно держится на своем японском колорите. Я не хочу сказать, что это плохо, это просто неожиданно было. Но мне понравилось. Было весело. Для разнообразия, да? All right, here you go. Thanks, man, I really appreciate it, really. It's real cool to meet you, we'll see you around. Yeah, for sure. Hopefully first night of many. Well then. Looks like this is the beginning of a beautiful friendship. All right, man. Take care. Хорошо. Номер телефона Ильяны получили. Круто. А больше никому позвонить не могу почему-то. Так, ну что у нас? Мы можем отдать статуэтку, можем начать выполнять новые миссии. Но сейчас, я думаю, мы завершим на этом эту серию. В следующей, что там за миссия? Быстрые девчонки? Что за быстрые девчонки? Не знаю, короче говоря, узнаем это в следующей серии. Надеюсь, вам нравится так же, как и мне. Сюжет постоянно преподносит себя с новых сторон. Это, на мой взгляд, достаточно круто. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.